Олень Давида или Милу. Ой, пошел. И пошел, маленький. Первоначально олени Давида населяли болотистые леса Среднего и Центрального Китая. В настоящее время вид содержится исключительно в условиях неволи в различных зоопарках мира, где образовалась стабильная искусственная популяция. В Европе об оленях Давида узнали впервые в середине 19 века, благодаря французскому натуралисту Арману Давиду. Он привез в Европу 16 оленей. К тому времени в дикой природе Милу уже вымерли. В отличие от других оленей, хвост у Милу очень длинный, до 50 сантиметров. Визуально он напоминает хвост осла или коровы. Очень маленькие стоят малыши. Длина тела 150-215 сантиметров. Высота в холке 115-140 сантиметров. Вес от 150 до 200 килограммов. Олень Давида или Милу – это стадное животное. Продолжительность жизни в неволе составляет 18-20 лет. Если бы они были на воле, это увеличилось бы количество лет до 50, если бы люди их не истребили. Питаются они зелеными частями растений. Половая зрелость наступает 3 года. Гон с июня по июль. Беременность 250-270 дней. Рождается от 1 до 2 детенышей. Сохранились только в неволе они, к сожалению. Очень умные животные, это видно по их взгляду. Милу, Милу. Олень хорошенький. Вот у этого оленя были рожки, они у него отвалились. Слушай, топает маленький. Топаешь ты, малыш. Смотри, как смотрит малыш. Замок грызет. Маленький. Бэмбичка маленькая. Такие они мохнатенькие. Или это просто им рога отрезали, или...